Нет, секунду, я хочу сказать, что я уклюсь, я человек верующий, вот вам крест. Пьет только зеленый чай за кулисами. Со спонсорами «Русским стандартом» даже не виделось. А ведь они тоже спонсоры «Русский стандарт». Давайте мы поаплодируем. С которыми вы сможете дешевле позвонить своим родным и поздравить с Масленицей. Ну-ка, все быстро позвонили родным и поздравили с Масленицей. Друзья, на самом деле, я не знаю, как вам там...